Здравствуйте, Диана, спрашивает аноним. Как думаете, наши пойдут на промежуточный результат, то есть сохранение режима бритов на какой-то части Украины? Или пойдут до Талова? Наши, я так понимаю, аноним писала из России. Я не верю, что действующий военный конфликт может быть остановлен до попытки, по крайней мере, взятия России города Одесса. А дальше, мне кажется, очень многое будет зависеть от того, что будет происходить на континенте, от отправки Европы войск, потому что если вы думаете, что вот Украину так просто вот возьмут и сольют в этом виде, нет, так не случится. Посмотрите на Афганистан, посмотрите на Вьетнам, что было с этими странами, когда оттуда выходили, что от них оставалось.